Привет, YouTube, привет. Вот еще раз вернусь к этой теме. Берегите уши, проберуши. Вот такие вот есть. Стоит комплектик 130 рублей. Отозвался только один человечек. Вот, про наушнички. К чему это все? Значит, капот и этот, и вот этот были сильно побиты. Мало того, что приходится что-то делать, здесь вот по вот этим вот вещам тоже загибы и заломы везде. И эта площадь довольно-таки ремонта внушительная. И здесь вот такие складки, 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 складки на пауках образуются. Вот. Ну, я считаю, что их тоже надо вынимать как-то это. Ну и что? Одним из мер вот. И вот так вот с утра до вечера я стучу, естественно, голова квадратная становится. Поэтому вот решил найти вот такую вот ерундистику, вот, беруши. Вот, тоже, блин, Китай, наверное, делает. Вот, все Китай делает. Молодцы, ребята. Ну, не в этом дело. Вот, как-то надо спасаться, потому что одно дело, когда ты там, ну, поработал крючком, немножко там постучал пробойником, ну, это еще как-то терпимо. А когда вот в закрытом помещении с утра до вечера сидишь, вот, и вот это вот... Вот, и так не 3, не 5 минут, а часами. Часами, 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 и смотришь, а оно еще там все криво, все косо. Как бы башка начинает уже давать о себе знать. Поэтому еще раз повторюсь, кто как, если знает поберечь свои уши, вот, ну, понятно, что самое простое решение вопроса не делать таких вещей, работать только крючком, вот, но не всегда это получается. Вот, поэтому, вот такой вопрос еще раз я его задаю. Может, кто-то более серьезно к этому отнесется. Почему? Потому что, ну, действительно, как бы... Может, есть что-то лучшее. Вот. Или как-то там. Я ж не могу все знать. Кто-то что-то подскажет. Вот. Все, всем спасибо. Пока-пока.